семечку. Тренер, а вы сказали 20. Сейчас, одну секундочку, чтобы я собрался. Смотрите, боремся под зубом. Бросок на спину. Макс. Бросок на спину, где и пол, 10-0. Встаете, продолжаете дальше. Бросок на бок, с переходом в удержание, все сделал, не сделал, это 7 очков, значит 17 очков. Если бросил на базаре и сделал удержание, это сколько? Бросил 7 очков, а удержание можно сделать или 10 секунд, 10 очков. Или 20. И полное удержание 20. Нет, полное удержание не может 20. Полное удержание 10 очков. Получается 10. Ты тоже будешь бороться? Разбегайся. Нет, я сначала приду. Не немножко. Иди туда, разминайся. Сейчас я приду туда, вам пигулей дам. Он немножко у нас. Немножко покажет. Окей. Так, дальше. Болевой. В партере боремся 8 секунд. Болевой. Сделал 10 очков. Удушающий 10 очков. Делает Макс, считает свои очки. Значит, кто первый наберет 200 очков, схватка заканчивается. Тут по 10 очков. Могу наоборот, могу сделать 50 очков. Да. Но и пол или бросок на базаре только одно очко. Да. Значит так, смотрите, бросок на икон, одно очко. Бросок на базаре одно очко, удержание одно очко, болевое одно очко, удушающее одно. Кто первый наберет 50 очков? Готовы? Хаджина. Так, а сейчас мы кем? Макс, стоп, тебе. Значит, тебе большая кровь. Он упал, а его сверху не прыгает. Ну что, может упасть ставить? Что ты ходишь на пятках? Что? На пятках ходишь. Динас на пятках. Молодец, за телефон. Где задушили? Зачем он меня сопротивился? Да ты так точно двигался. Я вот так двигался. Я все делаю вращаешься. Делаю... Партер ему 10 секунд пусть. Все вращаешься назад. Да, давай я сейчас сдохну. Что мне там? Он с большим весом будет хорошо падать. Вот. Ирина Александрович, а сколько? Одно очко. Любой прием одно очко. А сколько секунд уже? 3 секунды и хватит. Что если ты на очко получил? Что опять? Что они? Так, давай поезд в ВЗ разобьем. Что? В ВЗ разобьем поезд. На, зеркало подхватывай. Ты же хотел одно время. И все, уже забыл. Нога, тропа, ногой. Подхватывай. Раз, тобой.
Хорошо, но мне что-то не очень нравится.
Значит, до Броса будет бороться. Катарин, сюда переходи. Андрей туда. Идешь туда. А так, это, Катарин сюда. Значит, Николя, становишься там, Макс сюда. Макс сюда, Коля туда. А ты судишь. Ты можешь вот там вот встать прямо вот к этому. Нет, встать чуть-чуть, да. Все, добро встать. Добро встать. Так же. Я хочу сказать, что третий способ. Увидел, как завязывают шпоры. И считаете, вы сделал, выиграл, значит, бросок есть. Бросок, удержание, болевой, удушающий. Все, 1-0. Пусть Макс отдыхает. Ну ты упал? До свидания. Стой, суди. Есть оценка. Мате, оценка есть. Макс отдыхает. Идет судья. Итак, ты считаешь вслух, ни одна победа, я чемпион. Ну да, одна победа. Вот победителей буду награждать. О, Вазай, Япон. Не Япон, а бросок поменялся. Андрюха отдыхает. Что такое, ударился? Вон у Каталина уже ударился. Да? Так, стоп. А когда так боролись, никто не ударялся? Нет, удар это. Болит спина? Нет. Где попа? Иди туда, попа. Стоп. Катерин, перейди к нему. Макс, перейди сюда. Да, просто видишь, у него болит, и там уже с Максом пиковый попа будет. Все, продолжаем дальше. Ясно? Да. Я смотрю, Андрюха чуть-чуть расклеился. О, красавец! А, тут мы по два, да? Любой победу на это, да? Да. Карин, вот так лучше, чем получить шизо. Молодец, сколько у тебя побед? Две. Хорошо, Колька сделал победу. Оценочка. Макс, я тебе говорю, не делай подхват, ты стоишь на одной ноге, и тебе тяжело, и ты падаешь и проигрываешь. Падаешь вперед, падаешь на колено, блин. Ну как нет, сейчас по зале было. Коля, стоп, Колечка, Коля, стой, кто? Видишь, ты становишься на одну ногу, ты большой, она не удерживает, или падаешь колено бьешь, или падаешь на это, на центр. Стой на двух ногах и все, пусть он бегает. Ставь удержание. Иди сюда.
Отошел и сразу опять, вернее, в базаре, сделал удержание, потом встал и опять стал удержание делать, тогда не считается. А если он встал, поборолся опять удержание, да-да. А я удержание, я... Да. Ножки не пусти, мать, ножки все время шире, на шее не отвлечь. Поле, стоп, не двигаться, масс не двигаться. Поле, масс не двигаться. Значит, боксит. Вот это зарплата. Вот это лучше не смешно. Ты еще проиграл. Проиграл зарплату, ты можешь больше меньше проиграть. Возьми. Значит, смотри, как это зарплата. Да. Вот. Вверх. Да. Вот так. И Хорошо, большой живот.
Все, вот вы его. Не можете сразу там. Вот ты. Вот, да. То есть я не прямую держу, и не здесь держу. Потому что скоро Да? Переходи на ручки, ну просто подними обе руки, подними. Вот. Обними его, Макс, и подними. Обними и подними. Не бросай. Мате, поднимешь, вот так вот будешь поднимать. Значит, тебе одну очко. Да? Место очко? Нет? Ну, нет, в следующий раз, когда ты поднимешь. А если бросишь, 10. Ну, не 10, 10 точно. Стоп. Больше тебя, да? И ты смотри, все же хочет замечать. Начинаешь ты бороться? Сразу раз подходи ближе. То есть на него. Если ты будешь отходить, у него 40 лет. Нет, да. Можно с тобой быстро? Давай. Макс, помочь? Нет, оценка Катерина. Сам тебе помогла. Катерина, да.